Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. У нас встречается действующий чемпион России Московский Локомотив и на данный момент вторая команда чемпионата этого сезона Дельта. Вчера стал лучшим игроком, по мнению экспертов. А сейчас мощнейший проход и мощнейший удар в исполнении Лукао. Лукао отрывает счет в этом матче. Лока Дельта 1. Не напрягает. Надо пробовать уже попадать его. Солдат Лука у него идет, а вот эта передача очень хорошая на Катарина. А вот теперь счет становится 2-1. Это снова тот самый Лукао. И снова взорвался Нелита и забил. Очень все просто. Нелита 3-1. Что становится? Лидеры чемпионата. И смотрят они за тем, как в данный момент может Локомотив оторваться. И Локомотив забивает 4-й гол в самом начале третьего периода. Борис Никаноров, пустые ворота после блестящей, конечно же, разрывной комбинации. Момент здесь есть у Захарова, пенальти поставят. И посмотрите, вместо Роговского уходит Дронов. Ну нет, такой удар Захарова взять невозможно. 4-2. Никаноров. Удар поворотом. 5-2. 5-2. Борис Никаноров ответил, похоже, тем, кто с трибуны мог посоветовать. Шкарин. Хорошая передача Катарина. Ой-ой-ой, как все здорово сейчас сделал Антон Шкарин. И Катарина, конечно, попал великолепно. 6-2. Красивый гол. Здесь отметим и капитана Локомотива, который не растерялся.
посмотрел, где там партнеры, ну и дал великолепно нам. Забить гол престижа на радости публики, которая покидает стадион на неудачный счет, но забивает при этом Локомотив Катарина. Катарина оформляет в этом матче. Ошибаюсь, дубль, не Петрик. Сейчас вспомним. Установка была за счет фланговых игроков, мы хотели сыграть быстрых. Там некоторые коррективы в состав были введены, но не получилось, у нас ничего сегодня не получилось. Прошу извинений перед болельщиками. Даже при там, счете 4-2 не должны были так доводить до 7, потому что мы играем при родных трибунах. Вот, и то, что происходило в конце матча, это, конечно, неправильно, и мы извиняемся. Сейчас в раздевалке поговорим, и завтра, я думаю, с другим настроем возьмем. А что такого противопоставил Локомотив, к чему не была готова Дельта? Или все-таки было как-то предсказуемо в игре Локомотива? Да, ну, я не сказал, что Локомотив что-то новое показал. Играли в свой футбол. Не знаю, у нас просто, может, своя игра не получилась, и мяч отдали. Третий период там пытались через вратаря мы сыграть, но все равно тоже в створ не попадаем. Свои не забили какие-то моменты. Локомотив, поздравляю, молодцы, сегодня хорошую игру показали.